В городе Чедерлунга идут работы по прокладке канализационных сетей. Их проводят строительные фирмы «Промтехгаз» и «Албинстал». Город разделен на 4 лота, по 2 на каждого подрядчика. Работы ведутся согласно установленному графику. На сегодня уже проложено около 5 километров сетей из 40 запланированных в первой части города. Проблемы, конечно, есть, встречаются. Очень много приходится вручную, потому что коммуникации в проекте не были оговорены, и приходится вручную эти работы выполнять. Планируется уже в скором будущем закажем проект на вторую часть города. Это будет 6-я школа «Шефтеллик» и совхоз «Чедерлунский». На днях уже информацию мы уже выдали Берду. Скоро получим разрешение. Объявится тендер на проектирование и продолжение сетей второй части города. Многие домовладения расположены ниже уровня дорожного полотна, и неучтенные коммуникации и особенности рельефа требуют дополнительного времени и усилий для прокладки сетей, подчеркивает представитель компании «Аптиса», осуществляющая технический надзор за исполнением всех заявленных строительных норм со стороны заказчика. Работы, в принципе, выполняются согласно требованиям, нормативам, нормативным документам. Основные проблемы – есть маленькие отклонения от графика производства работ, исходя из того, что проектная документация требует уточнения с ситуацией, существующей ситуации по местности, и это привело к маленьким затруднениям. На еженедельном совещании с участием всех сторон прошло обсуждение рабочих моментов и реализации работ в остальных 4 населенных пунктах, где запланирована прокладка водопроводных сетей, строительство и реконструкция водонапорных башен. В селе Казаклея работы уже ведутся, в Баурчах, Тамае и Бежгиозе строительные работы определены на начало следующей недели. По первоначальному проекту были запланированы ремонт существующих скважин, ремонт резервуаров для воды, благоустройство этих территорий, но мы от них отказались. Почему? Потому что нам важнее была прокладка самих трасс. Почему? Потому что трассы у нас 60-х годов. Сейчас 21 километр, если общая протяженность трасс 32 километра, приблизительно 70% мы охватываем. С остальными мы запланировали замену трасс таким образом, как бы самые больные места меняем, а те, которые более-менее живые и будут жить, они останутся незамененные. И таким образом мы как бы в процентном отношении больше охватываем. Там будут какие-то, может быть, мелкие моменты, мы будем исправлять по ходу уже. По плану в городе Чедерлунга должно быть проложено около 64 километров канализационных сетей. Прокладка канализационных сетей в городе Чедерлунга и водопровода в 4 населенных пунктах района реализуется в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость вложений 7,5 миллионов евро, 5 из которых грантовая составляющая, остальные 2,5 миллиона выделяются в кредит на 15 лет.